Привет, вы попали на канал Месяц Он Геймс. Ну и вы спросите, что за персонаж, что за ник, что за лошадь, что вообще это. А я вам сегодня расскажу то, что мне подруга подарила аккаунт ее, она его забросила. Сегодня будем, получается, все смотреть. Сразу скажу, то, что я уже заходила на него и все смотрела. Вот. И получается, я не знаю, может я закрою ник. Ну, я еще не знаю. Я здесь вот зашла, и я там была в Мурманске, но я там потом нажала Escape и позвонить для вызова нажала. Вот. Сейчас я вот на теннисистской лошади. Вот. Очень не было теннисистских лошадей, вот теперь есть. Как я уже и говорила, мне подарили этот аккаунт. И я, просто там, вот эта девочка, которая мне его подарила, она, получается, забросила Star Stable, потому что у нее, времени не хватает. Вот так, и другие подростки тоже бросают, вот, да, подростки. Пойдем в конюшню, а у меня слова такие, тебе бросили. Да, можно моим рушейдам уже увидеть лошадь. Да, я копошилась, поэтому... Можете заметить то, что лошади там иногда с аксессуарами. Давайте для начала посмотрим нашу карту. Ну, карта, естественно, с 1, 2, 3, 4, 5, 6 заданиями. Получается 6 заданий, потому что это новое задание. А другие оно все сделала. Вот, давайте рюкзак посмотрим. Да, я его уже смотрела. Ну, и вот так. Кстати, уздечка очень красивая. Я не знала, где она эти вещи вообще взяла. Вот эти очки тоже. Почему ее две пары? А, это она вот это за радужку. Вау, классно. Это тоже, наверное. Классно. Да, не получила. Там уже лошадей было видно. Но давайте еще глобально посмотрим магазин, какие у нее. А, у нее тоже все вещи так, как у меня. Давайте же посмотрим шкаф ее. Ну, шкаф я вообще мучу, в принципе, он у всех такой. И у меня вот почему вот там кофточки в одном отделе, а потом во втором. Ну, так он правда, она там вообще не помещается. О, мой каск. Классно. Вот здесь у меня старая одежда. Я думаю, то, что это она играла в том году. Но вот это вот эти две... Даже 4 вот эти вещички с глобального, я вот это знаю. Ну, непонятно. Вот больше у меня ничего нет, у меня больше отделов, но у нее одежда вот старая, можно заметить. Вот на сейчас на нее там новая. Ну, с моей стороны, я тоже уже видела, поэтому сейчас я уже не такая радостная. А вот с лошадями... мне больше нравится. Здесь что-то делает подкова. Сильно, а сейчас какая на ней? Обычная. Валки здесь, вольтрапы все старые. Ну, в принципе, вот эта девочка, которая сейчас у меня на аккаунт подарила, она очень давно играет, поэтому у нее, может быть, вот такие утечки. О, здесь этот... Арвары, по-моему, вот эта утечка. Вот здесь у меня, правда, старый чудо, вот тут новое. Прям так я не буду делать, не хочется мне. О, у нее здесь видно еще задание какое-то. Серебряный каштан какой-то там. Больше ничего нет. Окей, зверушки. Я зверушки не видела. Прикольно, у меня лук есть. Да. Лошадка красивая, фермерская такая лошадка. У нее есть это. Вот это. Странно, что у нее нет дельфина, ведь раньше дельфин, у нее есть пингвин. Знаете, что там не написано? Я хочу животного, я хочу кроличка, наверное, зайчика. Да, это зайчик или кролик? Кролик потом. Окей, это у нас какое-то непонятно. У нас дальше дыни. Вот эти дыни прикольные такие. Так там есть еще другие, они так просто прикольно бегают. О, у нее даже розовый паук. Типа там непонятно. И собака старая. Ну, что у нее дальше? Там есть что-нибудь? Нет, я еще вещи не смотрела. Ох,
это динозавр, вот это там, прям задание такое было, косточки, что ли, там собирать. Я вот это я отложу, это ж мой какой-нибудь. Вот я же садоводник, как и я, ура! Да, вот так, вот так. Это вот так, типа, у него даже удочка какая-то есть, то скоро у меня вот это все в шкафу будет. В принципе, и так уже есть. А, вот этот мост надо убрать, это там она, видно, где-то там собирала, но я не буду сейчас искать это. Мне надо будет сделать здесь порядок, но точно не на этом видео. На этом видео я сегодня буду не так смотреть все. Все напишите в комментариях, если получается вот это здесь ее такой инвентарь, что я играю с шейдом, поэтому некоторые могут быть всегда другие. Просто я играю теперь с шейдом, но чтобы было поярче, но просто сейчас так ему некрасиво. Уже Марвари там видно, если это Марвари, конечно же. И мне очень образ понравился, как она сделала. Ну, здесь сейчас косметику давайте посмотрим. Шкафу, конечно, посмотреть. Вот как она выглядит. У меня шейд, к сожалению, чуть-чуть по-кривому, поэтому без шейда. Макияж у нее есть, очков не видно. Очков. А, у нее черный сейчас макияж. Ай, не знаю, здесь вот такой какой-то есть. Я сейчас черный, вот такой розовый, такой. Видимо, одинаковый, что ли. Я бы просто бы черный оставил, не знаю. Ну, как-то нормально. О, прически. Окей. У нас здесь есть вот такие бежевые. Косички, очень даже красивые, белые. Вот я люблю белые волосы с Арсебо. Я не знаю почему, но он не очень все выглядит. Начальные волосы, опять начальные волосы. О, самые мои любимые волосы. Такие мне, знаете, возьму. О, корышка, прикольно. Здесь дальше какая-то там прическа, сейчас надо подглядеть. Ага, да, о, и вот эту я возьму обязательно. Черные волосы. Ай, она крикнула. Вот и все. Нет, надо сейчас мне подобрать вот такие черные здесь. Вот такие. Мне бы вот такие лучше возьму. Да, я бы черного буду. Вот так выглядит, персонаж вот это обогнался. Ну, и что. Окей. Вроде бы все посмотрели пока что. Ну, еще лошадей сейчас будем. Я уже лошадей как всегда видела. Сейчас надо лошадей быстренько так почистить. Ой, нет, я забыла, бак. Уж не надо. Для начала, ну давайте здесь посмотрим. Здесь у нас поняшки. Я надеюсь, что это поняшки. Я тут здесь слишком много лошадей, я могу упутать. Я не знаю, это у нее... Вот у этой лошади, ой. О, у нее месяц на лбу. Классно, я даже не замечала. Ну, конечно, у меня же этих лошадей нету. Марвари. Черная лошадка. Дальше это у нас кудряшка. Ой, забытые кудряшки. Без кудряшки, к сожалению, не нравится, поэтому я не буду глядеть. Это у нас... Ладно, читать не буду. Имена, конечно, непонятные. Я их, наверное, не буду даже называть. Потому что, значит, она мне нравится. Вот мне просто не хватило на нее как всегда строкоиться. Потому что у меня на том аккаунте 200. Вот это лошадь, ну, цвет меняет сейчас. Ой, вот это ДБ такое красивое. Вот мне нравятся лошади, которые вот так на ДБ становятся. Это очень красиво. Многие тоже купили этого пузу, но она очень красивая, ну, и в таком виде. Но в этом виде мне не нравится, что у нее такие зрачки вот. Ой, не думала. Зрачки вот такие какие-то... Не знаю, в смысле, она не слепая, эта лошадь, да, некоторые лошади бывают, ну, слепые, но все что ты говорил. То у нее просто такие цвета, либо же она правда слепая. Вот здесь нет, непонятно. Я, наверное, вот эту лошадь, наверное, буду на ней кататься, я не знаю еще. Вот. Сейчас. Так. Я не знаю, когда я на этом аккаунте буду снимать, может, там, я не знаю, буду видео снимать, но не точно. Это я не помню, как эта порода называется, вот это, точно не помню. Здесь у нас вот эта лошадь стоит, вот, на которой я сейчас, фризская лошадь. Кстати, я там буду еще снимать покупку, вот, сейчас я сделаю фотку, а если не сделаю, то, ну,
не нашла. Вот. Арабская, ой, эльфийская, простите, и квадрокорс, на котором я буду думать, я, наверное, даже сейчас буду. Аксессуар возьму. А, да, 22-й уровень у этого персонажа. Ну, это очень классно. Я даже прокачивать не надо. Вот, я сяду на вот этого Кандерхорса. Давайте же делаем анимацию и его меняем. Вот он такой красивый. Мне нравится. Вот что из красивых, у которых вот такие полосочки разные. Они такие красивые в эти наденем. Это что? Ладно, хорошо. Где у нас вот это седло, вот эти... А, чё так? Угу. Ага, ладно. Тогда идем сюда и идем под доход. Переодевать. О, уже специально должна сделать порядок, но мне неудобно очень. Так, теперь я буду делать... что ж такое? Сейчас быстренько переодену к Ван Дерхорса. И вот я уже переоделась, к сожалению, по черному, потому что, ну, другие цвета-то никак. Посмотрели, мне очень нравится такой вот гипсанская лошадь, я поняла, я раскусила других, почему они так хотели себе лепицана, потому что нет, не из-за этого, то что он такой, но мне нравится в нем ДБ, вот это очень красиво, и вот это нравится, это правда, так знаете, мама, можно я тебе покажу, что я умею? Или вот так можно сказать, то, что, ну, лепицианская лошадь, как будто ей что-нибудь не нравится, так это даже выглядит. Поэтому вот. Я теперь поняла, почему некоторые тоже ее покупают, лошадь лепицианскую. Ага, дальше Олд. Вот этот аккаунт, это Олд. Я просто в шоке была, когда заметила вот это. А это фёрдская лошадь, которую больше сейчас не получить. Да, я была в шоке. К сожалению, аксессуар мне придется покупать отдельно. Да, их еще можно купить. Мне очень вот это у Фьорда это ДБ нравится, и прическа вот эта, получается, как девочка сделала вот эту сердечки. Она не сняла вот эти аксессуары. Я тоже, наверное, не буду снимать, ну, потому что ну так красиво. Не хочется портить там, я не знаю, новыми аксессуарами. Кстати, я не знаю, написано ли здесь то, что какого это года, но нет, не написано. Жаль. Очень-очень жаль. Ну и вот, у меня есть этот фьорд. И, кстати, очень красивый. Ну, не вот эти все серые, в принципе, серые тоже очень красивые, но вот такой. У него шерстка такая очень красивая. Ну, глаза, конечно, смотрят вот этот. Так прямо это очень смешно выглядит. Ну, с Эрстейбом он просто делал так все подозрительно, поэтому это все так выглядит. Ну, все спереди очень даже мило. Вот, потом еще, наверное, в следующем видео покажу, где вот это докупить. Сам скажу, как смотреть. Вот, ну и получается, сейчас я этого своего оставлю, вот, да, куда-нибудь я этого поставлю, вот, чтобы бага не было. Сейчас я их всех отсюда поубираю. И я хочу показывать лошадей, которые меняют цвет свой. Цвет. Ну, вы меня поняли. Ну, это некоторые будут старые лошади, некоторые нет. Кстати, вот эта лошадь у меня есть. Ну, в принципе, она есть. Ну, вы меня поняли. Кстати, здесь очень-очень много аксессуаров на других лошадях, поэтому так неудобно. Неужели... А, ну, еще мой квадрокорс еще вообще... Ага, еще вот это лошадь. Ого, у него много этих лошадей. Мне надо быть внимательным, чтобы не пропустить. Вот, ну а лошади у него, которые меняют цвет, ну это Кандерхорс. Вот это сейчас мне надо сортировать лошадей, просто неудобно. Мне еще надо привернуть к этому аккаунту. Просто когда я покупаю одну лошадь, тогда, ну понятно, я уже с ней там этот... Ну, запомнила ее, а так у тебя сразу не пойми, сколько вас спит, так привыкнуть. Ну, нет, это исламская лошадь, по-моему, либо же там еще какая-то там порода, и вот такая, ой. Это исланд, по-моему, я не помню. Ой, я эти на навки даже не заметила.
сразу забирала, потому что, ну, правда, аксессуары эти все на лошадях, вот это неудобно. Я порядок 100% буду делать на этом аккаунте, ну, правда. И если покупать, ну, вот куча, уже много вот этих новых аксессуаров появилось, а здесь у тебя, ну, все старые. Вот, дальше это у нас... Где же у меня это там? А, ну еще вот эта же лошадь. Еще вот эта лошадь. Эта лошадь еще. Все, теперь точно все. Ну, ту лошадь я уже, ну, показываю. Я по именам, как всегда, ну, не запомнила же. Не знаю по именам лошадей все. Поэтому я просто буду говорить лошадей. Потому что это лошадь. Вот эта лошадь, ну, мне не сильно нравится, но я ее продавать не буду, конечно же. Вот, ну такая старомодная. Ладно, ладно. Просто у меня такое вот эта прическа, как будто это замерзшая. Вот, кстати, она такая этот пар, можно так сказать. И у меня такой рот странный. Она как будто ложится, но на самом деле нет. Кстати, я анимацию вот это не проверяла. Тут можно посмотреть, но здесь анимации особых нету, нет. Вот. Ну так она выглядит, в принципе. Вот. Так. Кстати, много лошадей, которые, ну, такие черно-серые. А таких мало. Получается, сейчас еще следующая лошадь будет. Это следующая опять, я не знаю, вот эта девочка раскупила просто, ну, всех вот этих. Я не знаю, Сланды это, я не знаю. Хафлингеры, там, забыла. Ну, правда, она их всех раскупила. Опять же, так нам попалась серая лошадь. Я не понимаю, почему именно серые попадаются. Сейчас еще вот это надо снять. Ну, непонятно. Может, потому что она любит черный и серый. Ну, да, у меня лошадь черная. Что ж, у нас какая следующая лошадь? Еще, ага. Еще вот такая у нас серая лошадь, она, по-моему, вот она коричневая, да, я так говорила, что она классная, в принципе, у меня на том аккаунте там две вот этой лошади, еще вот здесь, вот, ну, можно так сказать, то, что я их забрала, вот, ну, в принципе, здесь я и так знаю, то, что ничего нету анимации, кстати, их производители, может, и обновят, но это не 100%, я там видела видео, там, где она была... Там, где оно было один год назад, и там, где можно было посмотреть. Ну, то вряд ли. Я старалась быстро снимать, зато у меня опять длинное видео. Сейчас будут фризские лошади. Фризские лошади, не знаю почему, но будут фризские лошади. Кстати, здесь два мустанга, по-моему, может еще больше. Сейчас еще фризских лошадей, ну, фризские лошади, в принципе. У меня на том аккаунте две старые. Вот это моя одна, и там еще одна есть. Вот здесь вот очень много лошадей. А, здесь всего лишь... А, нет, 4 кошки, простите. Мустанги, эти, квандерхорсы здесь. Собрала всех. Значит, здесь вот такая фриска лошадь. Кстати, очень красивая, такая коричневая. Сейчас, это решает или без... Ой, простите. Красивая. Лошадь, затормози, пожалуйста. Лисичка, конечно, забагованная. Там была еще фриска лошади. Ну, вот она вот... Она вот красивая такая. Значит, она чуть красная, но там, может, наряд можно какой-нибудь найти. Мне их не угрива очень нравится. Знаете, как некоторые арты рисуют, вот так это выглядит. Вот здесь такая лошадь, она не черная, она такая, ну, где-то серая, я не знаю... Вот, у меня глаза очень красиво коричневые. И еще вот такая новая, сейчас неудобно управлять чуть-чуть. Мышка вот эта. Еще, ну вот здесь новая фриска лошадь. Я не знаю, может я буду еще покупать другую, потому что очень покупать фрисских лошадей. А, я была без шейда, простите. И она вот здесь с бантиком. Очень мне нравятся такие бантики с Тарсейбл. Но их теперь, наверное, даже не достать. А, ну да, это было ожидание, их не достать. Ну, она такая очень красивая, полуза в яблоко даже, я бы сказала. Вот. За лошадями эта девочка не ухаживает, ну, я, наверное, куплю один день.
потому что он дается как 2 дня. Вот. Ну и сейчас еще вот еще одна лошадь, хотя я идти не могу. А, я лошадь застряла, класс. Можно? Сейчас мне придется сесть и встать, просто я сейчас застряла. Я теперь наконец-то могу нормальное видео снимать с нормальными лошадями, а не то, что там волк, каждый день одна и та же лошадь. Ну, если вот такая фишка, у меня точно такая же. Да, они такие страшненькие. Ну, вообще, ну, они можно найти плюсы в их гриве. Ну, конечно, не важно то, что он так иногда тянется, но вообще, девочка, не важно, пропустим это. Кстати, ну, потом у него на ногах очень красивые вот эти волосы. А я очень стараюсь быстро показать вот этих лошадей, но у меня не получается. Ну, можно вот так посмотреть. Я вам даю, я не знаю, пару секунд тут посмотреть. Тут исландские лошади разные. Много лошадей, которые новые вышли, но их... О, еще одна фрисская лошадь. Здесь быстренько покажу. Вот так, вот, вот. Так. Мисфул какая-то. Мисфул, так это же мисфул такой есть. Подождите, а у нее что, 2 началки? Ну, 2 началки? Нет, вот это. У нее 2 началки, что ли? Потому что я видела там у нее... Настроение. Уровень. О, Морган. Уровень. Прокачивать эту лошадь будут. Ну, кстати, ну, мне зато будет чем заниматься, а то я тех лошадей, ну, наверное, не буду прокачивать. Вот. Сейчас, ну, я уже выбрала, в принципе, этого квандерхорса, поэтому, ну, буду квандерхорсом. На этом все. Я надеюсь, что вы это видео досмотрели. Вот. Выйдет еще одно видео, там, где я покупала, получается, лошадей. Вот, ну и там, где я сейчас стою, ну это маленький намек, на какую лошадь я куплю. Вот, ну поэтому вот так, а на этом все. Всем пока и до скорых встреч, не забудь про подписку и про лайк. Пока!